Всем привет, мы продолжаем. По вроде как четвертая часть, если я правильно считаю. Ну, глава какая, я не знаю, сейчас узнаем. Четвертая часть видео имеется. Кто это? А вот ты где. А я все думал, когда ты вернешься. Ладно, давай определимся. Похоже, теперь остались только мы с тобой. Я уверен, теперь ты знаешь, что все это добром не закончится. Скоро ты останешься совсем один, но это нормально. Прежде чем попрощаться, я поделюсь с тобой секретом. Все, что ты будешь делать дальше, не будет иметь никакой цели. Ты никогда не увидишь. Понял. Глава 12. Травма. Эй, Док, когда этот ублюдок наконец очнется? Я не знаю, он уже несколько недель в коме. Но ведь он придет в себя, правда? Этот тип основной подозреваемый по ряду громких дел. Я, как и ты, могу только гадать. Но могу сказать, что это может затянуться. Он еще не полностью отправился от операции. И что, ничего нельзя сделать? Нам нужен этот тип. Вы, ребята, не сумели спасти его подружку. Я имею в виду, что у нас тут перец, стрелявший в них в раздевалке. Но этот застранец не говорит ни слова. Так почему же вы думаете, что этот парень будет? 21 июля. Так, ну что, нам надо сбежать отсюда? Наверх нельзя, вниз идем. Так. Вот когда он читает, можно пройти, да? Так. Здесь надо быть осторожным. Нам надо вверх. Вверх налево. Подождем, пока доктор пройдет. Сейчас посмотрим, как он ходит. Он ходит так и назад. Хорошо, сейчас ждем, пока газета будет. Все, газета есть. Прошли. Что-то мы взяли. Так, теперь надо мимо этого пройти. Возвращайся в номер, прежде чем я вызову охрану. Эй, куда тебя черти носят, болван? Думаю, лучше надеть на тебя наручники. Так, ждем еще раз. Так, он меня через стекло увидел. Но сейчас меня никто не видит, правильно? Эй, не с места тебя сюда нельзя! Так что, мне его стукнуть надо по голове? Так, 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 куда здесь надо идти? Наверное, в лифт. Все, мы сбежали. Так, вторая часть. Здесь никого убивать не надо, поэтому. Так что, выйти можно? Я в туалете пока посижу. У меня приступы еще какие-то бывают время от времени. Так, здесь ничего нету на самом деле. Мне сюда не надо, пойдем наверх. Так, он, надеюсь, не увидит меня? Нет, не увидел. Зато этот увидел. А через низ можно идти? Приступ. Ой,
там чувак мог увидеть. Так, а куда мне надо идти на самом деле? Сейчас, подождите. А сюда зайдет, что ли? Нет, он не зашел. Я просто не могу понять, куда мне надо идти. Я думаю, мне надо вниз идти. Вот там дверь и выход. Все, я правильно понял. Мы вышли. У нас тут дождь начался, гроза, все дела. Так, это типа я восстанавливаюсь. Так, я приехал домой. Ладно, давайте начнем. То мы так ничего не начали. Я просто из-за дождя думал закончить. Так, а что мне надо сделать? Я что-то взял и все, да? Какую-то улику взял или что? Ну и все, мне надо уходить. Куда мы поедем? На машине было написано Murder, убийца. 13 глава, Assault. Assault — это штурм. Assault. О, вот это самая крутая музыка здесь. Здесь будет очень много полицейских. Мой любимый трек играет. Ну, будем потихоньку их убивать. Здесь где-то вот тут вот снизу он видит все время. Здесь очень много полицейских. Опа, готово. Ой, там же, блин, стекла. Как-то он меня прирезал быстро. Надо быстро оружие у него брать. Ух, и два раза нажал. Но тем не менее он как-то умер. Снизу один, да, ходит. Он пока не видит. Нужно попытаться. Нет, не получилось. Что это было? Они вообще там тупили. Так, надо делать все по-нормальному. По одному убиваем. Ждем по одному. Так, полицейский снизу. Убили. Так, никто нас не видел. Можно пытаться оружие брать. Это что, все? Не, тут их можно перебить. Да блин, один раз не попал и все. Вначале мне не нравится, что ждать надо долго. Хочется сразу быстро в битву, в бой. Опа. На. Следующий. Всех поубивал. Готов. Ох, меня тут тоже видят. Надо вообще осторожно быть.
Так, кто меня может видеть? Этап завершен, блин. Как-то быстренько мы. Так, здесь, значит, второй этаж где-то есть. Это ж не все. Металлодетектор там был. Вот это самый сложный момент. Я помню, долго проходил на PlayStation. Потому что вот эти чуваки, их трудно убить. Они со временем умрут от крови. Один раз надо попасть. Так. Я не знаю, как там они... Как сверху кто-то умер. Я это не понял. Да что такое? Не, а здесь, конечно, в 100 раз быстрее проходить. Это на PlayStation управление ужасное. Для такой игры... Я с какой-то попытки очень быстро все прошел. Так, нам надо туда, в лифт. На следующий этаж. Окей, старик, ублюдок. Окей, старик. Ублюдок может появиться в любую секунду. Пора показать ему, из какого теста мы слеплены. Помни, чему ты научился. И не страть. Что за перевод? Следуй протоколу, мы выберемся отсюда живыми. Так, протокол. Значит, сверху, снизу. Сейчас я этих прибью. Не услышали эти чуваки. А, это... Я понял. Тут все немножко по-другому. Может, сверху сразу пойти? Давайте сверху. Кто-то еще прибежит? А ты откуда, ёпсель? И это откуда? Что за бред? У них что, бронежилеты, что ли? Как такое происходит? А, тут за дверью я спрятался и попасть не мог. Сейчас мы их убьем. Готов? Готов. Кто-то придет? Блин, да он жив. Я ничего не понимаю. Почему я их убить не могу? Ну что, все мертвые? Почему я не попал? А, тут такая фишка, можно в дверь стрельнуть, и она как бы убивает их. Да блин, надоел вот этот диалог. Почему не могли сделать без него? Каждый раз не прокручивать. Блин, попал. Давай через верх играть. Надо патроны сразу брать. А, я просто за прицелом не слежу. Что это было? Вот это прикол. То есть я стреляю, он говорит, меня убивает. Вот смотрите, что происходит.
Я в каком-то месте стоял, и они мне не могли ничего сделать. Вот это глюк. Да блин, почему я мажу? Надо на прицел смотреть. Вот они меня уже убивают. Прикол, да? Да блин, я все не то делаю. Ну, пропусти эту. Все, поехали, блин. Работаем как раньше. Что-то у меня вообще ничего не получается. Что случилось вообще, ребята? Так, вот чувак бежит сюда. Кто-то выжил? Нет, никого нет. Ждем следующего. Вот другое дело. О, аквариум разбили даже. Прикольно. Что-то я не могу попасть туда. Так. Ух, сколько их там было. Я всех убил? Ох, там еще кто-то. Откуда он? Так, этого двери убиваем. Что-то надо взять здесь. Я не знаю, что это, но мы что-то взяли. Жди, а сюда идти, идти, не идти. Ага, это мы того должны освободить. Окей, нет пушек. Сейчас я пушку возьму. Может, там еще дальше будет продолжение. Я-то не помню уже. Если мы ее освободим, что дальше будет? Давай, открывай. Меня сейчас тошнит от тебя. Зачем ты? Видишь ли, мне жаль твою подружку, ничего личного. Я знаю, ты долго пробирался сюда, но думаю, тебя ждет разочарование. У меня даже нет ни одного ответа для тебя. Знаешь, может, мы и не настолько разные, ты и я. Тебе тоже поступают эти странные звонки. Жаль, что мне нечего тебе сказать, но это так. У полиции может быть больше информации об этой заварушке. Они должны были завести дело по этому эпизоду. И я бы предпочел, чтобы тебя не было в моей жизни, но... Такое впечатление, что ты принял решение. Так, а что делать? Надо выбираться отсюда. Я не понял, что делать надо. Сюда нельзя идти, да? Я, может, кого-то не убил? А, вот что-то здесь. Глава завершена, иди к машине. Все, так и никто не появился. Никто им не помог. Двадцать третье июля. Так.
Так, у нас тут какие-то улики, да? По словам подозреваемых, им угрожали, им приходили сообщения с приказами об убийствах. По телефонным звонкам удалось выйти на клуб на юге, 86-я улица. Связи с подпольной сетью русской мафии. Сообщается о множестве эпизодов противозаконной деятельности. Недостаточно доказательств, чтобы получить ордер. Окей. Нет у нас ордера. Но мы пойдем. У них нет ордера, у нас есть. 14 глава. Vengeance. Возмездие. Да, моя любимая маска. Поехали. Никого? А, этого же еще. Ну что, берем это оружие, наверное. Кто-нибудь придет? Да, пришли. Так, они оттуда приходят сюда. Блин, оружием не получится. Давай так. Ой, сейчас этот толстый. Что я с ним сделаю? Ну, было почти все хорошо. Да ё-моё. Это что такое? Все было вообще идеально. Так, а ты... Сколько их тут? Так, там еще кто-то, да? Пробить нельзя. Этап завершен, пошли дальше. Ух, сколько собак здесь. А, тут еще кто-то. Надо убегать. Потому что толстого я бы не завалил. Блин, я не знаю. Давай иди ко мне. Чувак, я тут. Так, значит, вот, у меня пушка есть, можно мочить. Готово. Никто не пришел на помощь. Двоих. Так. И какой-то босс или кто? Видишь ли, мне здесь не нужны проблемы. Сейф открыт, просто бери что хочешь и вали. Но я не владелец, его здесь нет. Я просто управляю клубом. Давай вести себя как цивилизованные люди. Хорошо, хорошо, я дам тебе адрес. Сейчас, пожалуйста, не делай мне больно, ладно? Он на северо-востоке, 114 переулок. Иди прямо сейчас, окей? А чё нельзя убить-то? Я, может, хотел. Ладно, поехали. Подожди. Нет, походу нельзя, пока не убил я его. Ну так и должно быть, это же как бы мафия, там все дела. Да, кровавая игра. Ничего не скажешь.
Машина у меня здесь. Новое оружие кувалда. Финальная глава. Давайте пройдем финальную главу. Шоудаун. Дон Жуан. Блин. Что с ним делать-то? У меня нет пушки, ничего нет. Тут такие ламборджини, типа, стоят. Ламборгини стоит, тачка. Типа, такое все богатое. Да, я помню эту тему. И кто тут у нас? Ты должно быть один из тех застранцев, которые убивают моих людей. Не похоже, чтобы ты пришел сюда поболтать. Так, давай решим. Да я не могу понять, почему я не могу уйти оттуда. Может, надо в другом месте где-то быть? Может, вот там сейчас подумаем. Да не, я помню, с этого угла я проходил. Мне вот эти вот в заставке больше всего бесит. А, я знаю, надо в него сразу кинуть оружие. То есть мгновенно среагировать. По-моему, даже автоматически оно кинется. Неважно, просто кнопку нажать. Ну, это что у нас оружие? Кубок какой-то, походу. Да ё-моё. Надо сразу быстро не бежать, мне кажется. Так, подождать, пусть они пойдут за тобой.
Фу, я на PlayStation легче как-то было вот в начале здесь как-то. А, я понял, мы просто. Чего я так бегаю, медленно двигаюсь? А что это было? Я что-то медленно бегал. То всегда быстро было как-то. То, что я пропускал диалог, что ли, быстро. Мне, короче, надо попасть по нему. Интересно, откуда в тебе такая жажда крови? Я еще не встречал ничего подобного. Теперь я хочу знать, как кто прячется за этой маской. Я не знаю, что получилось. На этот раз он просто на меня побежал и не кинул никакие кинжалы. Я вообще не понял, в чем фишка. Вообще игра странная, да? То есть никакой тактики по сути нет. То там я был, он как-то начинал стрелять. И у меня какое-то замедление было. Сейчас он вообще сразу как-то на меня напал. Я просто ударил его и все. Я ничего не делал даже. И я прошел этот уровень. Я не знаю, почему он стреляет. Надо, наверное, близко к нему быть, тогда он не будет.
Он первый ударил. Здесь надо еще, блин, правильно все делать. Не, в него кинуть надо. Да-да-да. Вот когда он бежит, на него кинуть надо. Это мне повезло, что... Блин, зачем я вышел? Ладно, я разобрался теперь с этими котами. С кошками. Короче, нельзя стоять, надо ходить. Сейчас будем ходить. Вот так, типа. И они никогда не знают, как атаковать они будут. Вообще все легко, когда знаешь, да? А, у него оружие может закончиться, у него же не бесконечное оружие. Как он может столько стрелять, реально? Неправильно, пошел надо было ровно вправо. А я хотел взять сразу с первого раза. Его, кстати, выгоднее убивать где-нибудь с колонной вон там. Здесь получше, кстати. Хорошее место. Мы сразу патроны эти соберем. Не патроны, а ножи здесь сразу. Какой-то старикашка. О, сигаретка. Пиксельная. 2 пикселя. Вот сейчас 3 пикселя. 1 пиксель это огонь.
Дальше сигареты и фильтр. Да. Ну, игра в целом-то она хорошая, да, но короткая, конечно. Тут сколько, за 3 часа прошел? Может, даже меньше. Но это еще не все, там, я знаю, дополнительные уровни будут. Дополнительные я в следующем видео сделаю, короче. Ладно, пропустим. Тут же можно пропустить, да. Part 5. Ответы. Вот сейчас мы найдем ответы на все это дело. Отматываем назад время. 13 мая 69. Успокойся, чувак. Ты не представляешь, что меня ждет. Сдох. Один тип прячется в голубом драконе. Это китайский ресторанчик в центре. Он знает больше, чем можно подумать. Никому не навязывай моего имени. Не называй моего имени, окей? Пусть лучше меня считают мертвым. Окей. Блин, перевод в этой игре ужасный. Очень ужасный. Поэтому я читать не могу. Язык заплетается. Ладно, продолжим потом. Продолжим завтра, мне жарко, сегодня уже наиграл. Спасибо, что смотрели. Плейлист в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео. Всем пока.